Поиграем в кубки. Здесь можно немножко заработать, ребята, монеток. Много не заработаешь, конечно, но я хочу раллийную авто немножко покачать, чтобы выигрывать лучше, быстрее. Ну, чем больше метров мы проедем, тем больше нам дадут золотых монет. Хотя у меня раллиечка прокачанная хорошо, но, как вы знаете, можно прокачать до максимума. А максимум — это очень дорого, но и очень классно. Вообще здоровский будет. Здоровский, классненько. Так, стоп. Здесь нужно не спешить. Аккуратно. Так, сзади едут чудо-бреки. Они хотят победить, поэтому немножечко ускоряемся. Так, где же финиш? Финиш скоро тут будет. Вот финиш. Есть. Первая позиция. Так, а где остальные? Неизвестно. А, такая быстрая карта. Так, хорошо. Поехали дальше. Так, мне как минимум 50 тысяч надо, чтобы ролеечку прокачать. Так, что-нибудь там, любое, если я буду там прокачивать, любую штучку, то тоже хорошо. Куда вы все умчались-то, алло? Блин, смотри, что творится. О, один уже умер. Так, это прям гад, смотри, хочет победить. А вторая позиция, немножко мне не хватило. Чуть-чуть не хватило мне доехать по первому. Ну ладно. Тут не обязательно, если у тебя вторая позиция, ты вторым приедешь. Можно приехать первым. Они как бы меняются. Видишь, сейчас вон этот поехал быстро. Тот медленнее. Нифига, этот. Как там-то Кинг Пудли? Вот сейчас вот, например, Кинг Пудли не будет первым. Это стопудово. Сейчас какой-нибудь другой чувак поедет. А, вот, видишь, Кинг Пудли умер. Ну вот, погиб. Теперь, если мы приедем первыми, то, естественно, мы получаем первое место. Да, первое место наше. Ребята, смотрим. Да, первое место. Так, а ну-ка, здесь можно заработать еще. Ребяточки, надо писать рекламку. Ну что, ребята, продолжаем играть за кубки. Так, у нас город. В городе поехали. Но мне нравится этот касса. Сейчас мы посмотрим, кто первей. Так, бензинчики взял, ну ладно. У меня много бензина. Может, я взял свой? Так, первый еду пока. Вот, все, финиш. Отличненько. Дальше играем. Идеальный старт. Так, чуваки. О, туннель мне нравится. Так, главное, башкой не стукнуться. Нифига себе, я пролетел башкой. Пробазюкался, но остался живой. Ну, это опасно, очень опасно было. Все, первая позиция пошла. Так, они, в принципе, хорошо отстают прям. 106 монеток дали. Да, монетки здесь не заработать. Не заработаешь тут много монет. Копейки какие-то дают. Если при том, что мне нужно хотя бы 1050. Для того, чтобы нормально-таки заработать. Что-то купить. Для моей машинки, потому что машинка, все запчасти очень дорогие. Ну и мы быстро едем. Так. Отличненько, первое место. Кстати, за первое место еще 350 монет дают. О, что это? Блин, я думал, это монеты. Амортизаторы. Спасибо. Так, а вот 3000 монет скоро мы получим. 3000. Так, это что такое, детали? Ну давай хотя бы до 3000 дойдем. Так, у меня 14, да? Угу. Нифига, куда вы вырвались-то, алло? Кактусы мешают. Ой, как они мне тормозят, что-то кактусы эти. Угу.
Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Мы должны первое место занять, алло. Ой, куда я вылетел? Ой, пожалуйста. Блин, только третья позиция. Ребята, это плохо. Это очень плохо. Так, поехали. Блин, вообще что-то, смотрите, гонят. Гонят прям вообще быстро. Что же делать-то, а? Сейчас у меня опять будет третья позиция. Ну, если не четвертая. Блин, реально четвертая позиция сейчас мне светит. Да, четвертая позиция, капец. Проигрываем. Какие-то быстрые все, смотри, я не знаю, куда они там. На баге вообще, я не знаю, очень быстрая тачка. Блин, да что ж ты будешь делать? Надо мне этот колеса, может, поменять, другие поставить. А я посмотрю, есть у меня другие колеса. Если что, другие колеса буду поставить. Продолжаем. Темные дороги. Поехали. Может, здесь выиграем. А, ладно, идеальный старт. Так, я хотел там колеса посмотреть и другие поставить. С этим, с пружинкой. Но мы тогда будем терять. А, нет, смотри, здесь я проехал первое место, хорошо. Поехали дальше. Идеальный старт даже. Ой, как хорошо. Так, вырывается чувак на мотоцикле, вперед. Готаго. Надо его обогнать. Он очень слишком шустрый. Очень быстро едет. Есть. Угу. Проехали первым. Так, все, дальше едем. О, по низу, по низу, по низу едем. Ого! Так, ребята, один тут разбился. Давай. Так, здесь поверху едем. О, да, мне не разбиться. Так, вот тут вообще третий приехал. Да, второе место только получил. Ладно, кубок езды по ухабам. Так, что я хотел там детальки посмотреть, есть ли у меня это... А-а-а, у меня там колеса нету, блин. Ну ладно, что ж поделаешь. Так, смотри, самоделка, ты что здесь? Давай попробуем. Что, оно улучшится? За 19 тысяч повысить? Да нет. Пока не хочу. Пока не надо. Что, едем? Хотя... Может быть и повысим. Все, отправляемся в путь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Едем-едем-едем. Так, что у нас? Первая позиция. О, нормально, ребята. Ребятушки, попались мне какие-то слабенькие. Слабенькие попались. Сейчас мы их обгоним еще раз. Без проблем. Почему бы нет? О, отлично. Мы занимаем первую позицию. Мне нужен большой сундук открыть. Для этого мне надо подзаработать этот сундук. А как подзаработать? Ой-ой-ой, тут можно башку стукнуть. Все-таки поаккуратнее поехать. Угу. Мне нужно максимально улучшать свою тачку. Ролейку. Ну вот, наконец-то мы открываем этот сундук. Посмотрим, сколько там денег. 5 тысяч! 5 тысяч! Всего лишь 5 тысяч дали нам. Батюшки свет. Ну ладно, еще одну горку. Гора смерти проедем. Посмотрим, что здесь. Как у нас обстоят дела. Гора смерти написано было. Не знаю, не знаю. Сейчас проверим. Что это еще за гора смерти? Может, здесь будут все разбиваться? О, давай, давай, быстрее. Есть, первое место. Блин, он меня чуть не обогнал. Едем дальше. Ах ты, второй раз у меня идеального старта не получается. Давай, давай. О, нет, что-то я здесь, наверное, не проеду первый. Уже, если я уже затормозил, все уже, считай. Пиши, пропало.
Сейчас попробую только их обогнать. Гонзи, Гонзи, не спеши ты так сильно. Ладно, хотя второе место, может быть, займу. Ого, я первый. Смотри, а что они не могли заехать сюда? Ну, не знаю. Есть, нифига себе, я не ожидал, ребята, на первое место. Но приехал первый. Поехали дальше. Так, нужно быстро спешить. Чтобы быть первым. Давай. Опа. Нифига себе. Блин, еще сейчас совсем чуть-чуть, я бы, наверное, реально гора смерти была. Перевернулся бы нафиг. Но пока что мы лидируем. Мои точилки. Да, классная тачка. Конечно, тебя надо еще сильнее прокачать. Первое место заняли.